Сегодня 10 лет, юбилейный день такой у нас в клинике. 10 лет после нашего открытия прошло. За это время мы сделали больше 6 тысяч операций в год. Вот последний год уже делаем больше 6 тысяч в год. Определенных успехов за эти 10 лет, несомненно, мы добились. Мы начали программу мини-инвазивной кардиохирургии. У нас очень хорошо идет программа врожденных пороков сердца. У нас замечательно началась программа эндоваскулярная. Мы сейчас делаем практически все эндопротезирования ортальные. Стентируем практически все, что в организме можно стентировать, начиная с сонных артерий, и коронарные, и почечные, и периферию, и все остальное. В прошлом году мы начали программу механических сердец и имплантировали 2 механических сердца. Это было впервые в Украине. Это довольно серьезное достижение. Некоторые пациенты уже даже успели прооперироваться после наших механических сердец и получили донорские сердца в Беларуси. Это тоже большое достижение. В этом году, в 2017 году, одно из самых таких серьезных достижений – это имплантация, трансфеморальная имплантация митрального клапана. В нашей клинике это впервые. Насколько я знаю, в Европе единичные операции сделаны по имплантации митрального клапана биологического. Следующий год будет годом мини-инвазивной кардиохирургии и эндоваскулярной кардиохирургии. По крайней мере, мы так для себя это установили. В следующем году мы собираемся внедрить еще несколько абсолютно новых методик, которые только-только появились и только-только развиваются. Мы проводим серьезные клинические испытания. Мы разработали некоторые свои инструменты и импланты уже украинского производства. Есть чем гордиться. К десятилетнему юбилею мы подошли с хорошими такими результатами и кардиохирургическими, и организационными, и с очень большими планами на будущее.